Під прицілом Олександр Ковальов, лідер всеукраїнського об'єднання «Ніхто крім нас», яке сформувалося із ветеранів війни в Афганістані. Саме під його керівництвом у 2011 році відбувся так званий бунт афганців, під час якого Верховну Раду двічі успішно штурмували військові. У 2012 році під час урочистостей афганці під керівництвом Ковальова повернулися спиною до президента Януковича під час покладання ним квітів. Після Революції Гідності Олександра Ковальова звинуватили у допомозі у виході чорної роти «Беркута» з оточення майданців та порушили кримінальну справу, а згодом і в участі у захопленні Донецьку бойовиками. Перше відкрите велике інтерв'ю Олександра Ковальова. Ексклюзивно із Владом Сидоренком на «Правда тут». Що є кримінальна справа щодо вас порушена за те, що ви чорну роту «Беркуту», як її називають, нібито, коли вже революція закінчилася перемогою Майдану, ви допомогли нібито зі зброєю вивести цих людей з Києва. Це правда? Согласно інтернетним, так сказати, заголовкам, може бути, воно так і существує. На самом деле було чуть-чуть, ну не то, що чуть, кардинально там, чуть по-другому було. Ми помогали, от смотрите, на тот момент на базі київського «Беркута» базировались и другие подразделения «Беркута», ну, из других областей. К примеру, Луганский «Беркут», Запорожский «Беркут», они там все были. И вот когда все кинулись, появилась бумага такая, да, меморандум, публичные гарантии, которые подписали пан Порубий, Виталий Кличко, Олеся Оробець, Дмитрий Ярош и Виталий Ярема, что о прекращении боевых действий, противостоянии, о прекращении, так сказать, как бы сказать, силовых столкновений между протестующими и сотрудниками МВС, в том числе и «Беркута». Вот. И тогда каждый, как смог, старался вывести из очага противодействия так сказать, сотрудников, допустим, запорожские депутаты там наняли автобусы, вывезли своих запорожских беркутов, там луцких там вывезли, там, ну, то есть начали. А киевлян, их же некуда выводить на самом деле. Вот, и вы же учтите, это ихняя родная база, мало того, это, они на тот момент чистили, они еще служили, они исполняли свой, ну, свой долг, они милиционеры, которые служат, то есть пользуются правами, то есть, или как правильно там, о законе, о милиции. Это действующие люди, это не ОПГ, это не группировка бандитов, это не группировка там каких-то грабителей, там, насильников и так далее. И вот этих ребят кинули на произвол. То есть всех, кого можно было, повывозили, так сказать, каждый своих. А этих ребят кинули. А давайте вспомним 2014 год. Каждый, что на той стороне, что на этой стороне, они были доведены там, ну, до какой-то горячей точки кипения. И, то есть, ну, градус кипения был очень сильный, очень. И когда этих ребят кинули, и, ну, я так думаю, я возьму на себе смелость сказать, ихнее руководство в том числе их кинуло, вот, то у них же там на территории семейное общежитие, это значит дети, это значит жены, это значит там, они там живут и так далее. И когда базу окружили активисты Майдана, а там в тысячах их было, там, если, я не помню, можно поднять стенограмму Верховной Рады, когда, опять же, я ее просто читал, она есть в уголовном деле, что вот объявили, что давайте там что-то примем, какой-то там закон,
чтобы не дать эти столкновения, потому что сейчас база «Беркута» сильно окружена, там горят шины, там кидают бутылки с коктейлями Молотова, там было убито там пару беркутовцев, которые вышли из-за забора, то есть их тут же там толпа начала, там, то есть уже пошел такой накал серьезный. Это если брать одну точку зрения, а если брать, так сказать, технологию, то надо где-то было выпустить пар, я так думаю, и просто ребят с Майдана спустили, так сказать, на Беркут, дали их на откуп. И ребята были, ну, до отчаяния, доведены до краха. И я не знаю, какая это была там черная сотня, белая сотня, зеленая сотня, там, цвет сотен я не знаю. Я знаю, что это были действующие сотрудники милиции, действующие, вот с удостоверениями, с законными там правом ношения оружия и так далее и тому подобное, который приехал наш парень, десантник, с командиром, так сказать, этого подразделения, вот с такой бумагой, и сказал: послушай, ну все подписано, ну, нас, ну, то есть, толпе эту бумажку не покажешь. И многотысячной там толпе, и все равно, кто что там подписал, они требуют там, ну, сатисфакции с Беркутом, потому что Беркут оказался врагом для них. И они говорят: можно вывести наши семьи, ну, там, женщин, там, туда-сюда. А мы уже там будем сами там обороняться и так далее. Я говорю: послушайте, а в чем предмет? Я говорю: я глянул бумагу, ну, известные люди подписали. Я не великий эксперт, чтобы давать экспертам звонить кому-то из них, говорит: а правда ли ты подписал? Потом, как оказалось, Олеся вот Арабець выставила у себя даже в Фейсбуке эту бумагу, первая, там, день-два, она потом появилась, эта бумага, что типа акт о соглашении. И мы наняли машины, которые подъехали к боковому ходу, и какое-то количество людей, вместе, кстати, и с женщинами, там и дети были, с сумками, мы их помогли их вывести на левый берег, и там они оказались на свободной территории, то есть база практически была пустая, ну, по нашей информации, я там лично на базе не был, то есть вот в этом состояла вся помощь. То есть, чтобы мы помогли людям выехать. То есть, пешком бы они оттуда не вышли. База была очень окружена, и там уже, ну, там пылали шины, там, ну, закидывались постоянно в сторону общежития коктейли Молотова, стрелялись туда, там велась стрельба по окнам со стороны толпы. То есть, ну, значит, в 2014 году это серьезная была ситуация. Поэтому этим ребятам помогли. Хотя бы, ну, потому что мы уже, ну, там, как, мы с ними познакомились в процессе своих стычек. Они были против нас. Они, когда мы протестовали под Верховной Радой, они были против нас. И мы там где-то там с кем-то там уже видели, что у одного там тельняшечка, у другого тельняшечка, и третье. Мы по таким опознавательным знакам, десантник, а где-то служил, а где-то то. Вот. Поэтому они к нам обратились, я так понимаю, уже от крайней безысходности. Помогите выехать хотя бы семьям. А вот мы помогли. Так, а зброя была? Зброю вывозили? Смотрите, люди выезжали с сумками. Что они вывозили, только они знают. Какая, вот что было в сумках, я лично не видел. И у того количества людей, ну, перепроверять, что у них в сумках, ну, в той ситуации там играли доли секунды, чтобы надо было их срочно вывести, потому что, ну, был постоянный патруль, и чтобы не дать никому выйти из этой базы. Что было в этих сумках, я не могу утверждать, была ли там сброя или не было там сброи. Я лично могу сказать, что я ее там не видел. Юрій Луценко, Ігор Батюк, ми знаємо, вони публічно заявили, що ви це зробили, а я вас хочу запитати, ви
С Юрием Луценком особисто знакомы? Нет, мы ни разу не встречались, вот даже за одним столом. Я просто знаю такую историю, дуже цікаву. Мені так розповідали, знаючи люди. Хоч і знаючи люди. В час, коли Юрій Луценко був міністром внутрішніх справ, ви отримали нагородну зброю, пістолет, за підписом міністра МВС. А я так розумію, що там раніше за підписом міністра МВС зброю отримували дуже-дуже і дуже там невелика кількість людей. Як міністр, з яким ви не знайомі, ви могли отримати пістолет? Ну, я відповідаю на ваш вопрос. Це правда? Про що? Про пістолет. Так, да, є у мене нагородний пістолет. Хто каже неправду? Про пістолет у мене є, так. Да, ні, що там, ну... А, ну, смотрите, ну, міністр... не должен знать всех награждающихся. То есть у него есть целый аппарат, у него есть его замы, которые занимаются этим участком. Вот. Министр только затверживает, подпись ставит. И то после, там есть такой согласовательный лист, где многие люди там подписываются там сгоден или там не сгоден и так далее. И только в конце министр ставит свою подпись на документе, который дает право наградить, выдать відомчу відзнаку. Угу. Так. Цікаво. І це ще не вся історія, яку я вам хотів розповісти. А, це ще не все, да? Ні. Понял. Мені також розповідали, що, значить, в ті роки, вже потім, трохи пізніше, дуже впливовий та одіозний заступник генерального прокурора особисто вас запрошував до Генеральної прокуратури і просив вас написати заяву на Луценка або підтвердити якісь факти, ну, настучать, що якось не так вам була видана зброя, бо це повинно було стати приводом для того, щоб заарештувати Луценка ще там у 2007 році. Це правда? Саме за цей пістолет, за ваш. Да. Був такий епізод в цій житті. Це іронія просто. Це, ну, був такий епізод в цій житті, 2006 рік. Дійсно, я був визван, як ви сказали, одіозним чоловіком. І мені було предложено, так сказати, вони посчитали, що я дуже близок к міністру внутрішніх справ і дуже, так сказати, наверное, много знаю чего-то, то, что их интересовало. А тогда, если вспомнить, была борьба, и Луценко тогда пытались снять любыми способами, тогда было, ну, насколько я помню, тогда вот. И было сделано такое предложение, что ты добровольно там расскажи, там, что там знаешь, и будет все в порядке, и это самое, и так далее. А нет, тогда будет диалог по-другому. Вот. И я и тогда, и сейчас говорю, что я Луценко не знаю. Мы с ним ни разу не виделись. Вот. И говорить я ничего не буду. Ну, то есть я не могу оклеветать человека. Ну, то есть даже... в целях какой-то, так сказать, будущей, как бы сказать, благодарности, что ли, там, с той стороны. А це знову грошовий еквівалент. Подяки. Ну, смотрите, я вам всегда, ну, вот мы с вами общаемся и говорим, что кроме денег, ну, в жизни мало что предлагается. Любые блага, они все равно рано или поздно переходят в деньги. Вот там, ну і там що-то там. Чому саме вас просили, я не розумію, написати? Тому що ви Донецький?
Ну, смотрите, ну, я не знаю. Ну, чему вот, на когось іншого в этом списке? А там в том списке, там інших не было. Там в том списке нынешний президент Украины, премьер-министр, там, министр, там из всех гражданских, там, если я не ошибаюсь, там было около 56 человек или там до 60. И только один человек был гражданский. Это я. А остальных нельзя было дергать, потому что они, ну, они такие были все очень крутые, посадовые, что просто это выбор пал на меня, и мало того, и вызвали, сказали, да, давай, сейчас мы его там поколем, там, там еще мне там попытались там приписать к одному делу нехорошему, вот, и я говорю, куда он денется? Ну, в крайнем случае, все как обычно, все, что нельзя купить за деньги, можно купить за большие деньги. Ну, иногда попадаются дураки. Луценко знает всю историю зараз? Генеральный прокурор Луценко. Извините, я уверенно думаю, что Юрий Витальевич имеет, ну, он и память имеет, и разум имеет, и я думаю, что он, ну, по крайней мере, вот он ее не так, не с этой стороны знает, потому что там еще адвокат был перед нашими отношениями, там еще один человек был перед нашими отношениями, там, когда, там, то есть у него был перед его судебным заседанием по коррупционному, так сказать, там был на него был составлен коррупционный акт, если я не ошибаюсь, и от меня требовалось письменно юридическое, нотариальное заявление, что я не знаю Луценко, никогда с ним не общался, никогда там, ну, ну, даже чашки чая с ним не пил, то есть, и это было от меня надо, и, естественно, так сказать, может, он не так знает, как вот бы я вам это сказал. Вот ему сказали, да, там был кто-то там, мы эту тему стерли, забудь. Ну, это его право. Ірония. Может быть. Життя просто. А через 10 років він публічно звинувачує вас у тому, що, ну, фактично там вони починають карну справу. Это звинувачує не Юрій Луценко, это звинувачує генпрокурор України. Поймите, учтите, с 2014 года другая страна, другие люди, другие правила игры, все другое. И тут так нельзя однозначно говорить, что... Співпадіння. Ему принесли, вот, ну вот представьте, ему принесли и сказали, вот, вот нашли там чего-то, вот якобы доказательства, вот якобы это... И вот давайте. Ну, естественно, Юрий Витальевич, он же пришел с политики на самом деле. Он политик. Правильно. И это сейчас, наверное, он уже, ну, юрист. Может, он понимает там. А в первую очередь, когда ему там пришли, сказали, вот, глянь, какое горячее дело, это 16-й год, это еще ажиотаж, вот, вот, и тут Беркут, и тут убийство, и тут оружие, и тут все-все-все. И вот, и самое главное, не надо никого искать, все ж бандитская влада сбежала, а вот тот человек вот здесь. Тот, естественно, на телевизор и сказал, что вот, да, вот у нас есть... такая-то информация, вот уже пидор объявлен, вот есть уже уголовное дело, вот уже есть то-то-то-то-то-то-то. То есть... Останнє запитання про це я хочу запитати, що сьогодні із вашою кримінальною справою щодо того, розслідується, що ви... Розслідується. Ви підозрюваний. Я так і є, да, я підозрюваний, йде слідство, і там багато матеріалів, і воно все перепровіряється, ну, то есть, ну, ну, я считаю, я вам заранее говорю, что это больше политика, чем, ну, если так провести параллель и вернуться к нашему истоку разговоров, люди, которые знали меня раньше, то у меня никогда не было желания там помогать сотрудникам в погонах. А тут помочь Беркуту, это, ну, это тоже как-то там, ну, не вкладывается в наши рамки. А вот помочь людям, чтобы не пролилась... Непонятийно. Не, ну, непонятийно там помогать там, ну... В человеческом смысле, не да, а вот помочь людям,
чтобы их жизнь не заставила пролить чужую кровь, спасти там, их там, женщин, детей и так далее. Даже не допустить, чтобы они применили оружие против активистов Майдана, я считаю, что это, ну, это не преступление. Ну, сегодня политика такая, что надо все пропускать через сито, мясорубку, и там как Бог даст. Я все-таки надеюсь на справедливость и на то, что ну, следствие и закон будет справедлив. Хочу перейти до теми вашого Донецьку, вашого регіону, вашого дому. І, значить, історія така. Не дуже давно народний депутат Ар'єв опублікував одне фото. Значить, на знімку стоїте ви. Да, на знімку стоїте ви, значить, на фоні сепаратистського флагу, на фоні окупованої адміністрації Донецької. Ви стоїте, там, значить, барикади, все вже захоплено, ви стоїте і фоткаєтесь, типу, на пам'ять. Проти вас було порушено також кримінальну справу. Вас звинуватили, до речі, у тому, що ви допомогли сепаратистам захопити Донецьк. І проти вас порушили карну справу, власне. Слухайте, скажіть, будь ласка, це ви стоїте на фото? Це не колаж? Це реальне фото? Да, это действительно, я стою на этой фотографии, это 2014 год. Если я не ошибаюсь, это апрель месяц, это вот само очаг событий, вот, который, ну, вот, то есть... Стяг справжний сепаратистский. Да, там все натурально, там натурально за моей спиной действительно натуральная баррикада, которая... То есть ОДА Донецкой области была захвачена, там была колючая проволока, там были многослойная система охраны, там, то есть там уже, так сказать, начиналась история другого Донецка, не того Донецка, которого я люблю. Вот. И это действительно моя фотография, это действительно я стою. Это последний практически день, когда я там был в этом Донецке. Тобто ви реально допомогли сепаратистам захопити Донецьк? Нет. Ну вот смотрите, ну я стою на фотографии. То есть так вам скажу, я был в составе одного спецподразделения, которая была откомандирована в Донецк для того, чтобы, ну, так сказать, освободить ОДА и захваченное СБУ. Я являюсь по сей день советником руководителя этого спецподразделения. И, ну, то есть я, так сказать, был там не потому, что хотел погулять и попить чаю, а потому что меня, ну, мой попросил, так сказать, ну как, шеф, товарищ, коллега, друг, как угодно можно назвать. Ну так-то я могу сказать, что меня попросили. Ну... Наверное, мы с вами там бы выполняли разные задания. Вы понимаете, зайти в осажденную ОДА не мог никто. Ну, по крайней мере, тогда вот в те секунды, когда Донецк уже переломался, он уже ломался. Там уже, ну, и так как я родился там, и многих знают, и меня многие в лицо знают, и это самое, то есть, ну, естественно, я имел право захода и посмотреть, выйти, зайти, выйти там, и я, ну, вплоть до того, что там была первая встреча с одним из таких одиозных боевиков, который усомнился. Ми до цього перейдемо ще. Я хочу запитати, вас ж по цій справі викликали в Генпрокуратуру, там була справа ж? Мені вызвали в Генпрокуратуру по вопросу Майдана и помощи Беркутам.
А уже, так сказать, вдогонку мне начали обвинять, что я там принимал участие в захвате Донецкой ОДА и так далее, и так далее. А есть такие журналисты, которые еще дальше там нафантазировали такое, что страшно открыть интернет. Но это все ложь. И, ну, просто я не имею права разглашать, что именно и почему. Я могу просто сказать, в составе какого подразделения я был, и это все перепроверяется, надо встретиться с руководителем этого подразделения, он четко скажет, генерал-полковник, он сейчас на службе, он скажет, да, вот так, так и так. Мені казали, що це правда, що ви отримали за цю фото, ну, за цей день, ви отримали державну нагороду? Відомчу. Ну, дуже, дуже важливо. Ще раз. Державна нагорода, вона видається державою. Так. Тобто президентом. А відомча – це того відомства, в якому я приймав участь. Это вот, ну, допустим, Минобороны дает свою Минобороновскую, МВД дает свою, так сказать, ведомчу, то есть своего ведомства, там, где ты принимаешь участие, либо которому ты оказал помощь, ну, там, допустим. И я вот по сей день, у меня там достаточно наград своих личных и старых, афганских, и вот уже от этой власти за оказание такой помощи. Угу. То вы в Генпрокуратуре це пояснювали, так? Розповідали? Конечно, есть копии удостоверений, есть копия всех ведомств, с которыми мы, так сказать, которые к нам обращались как к ветеранской организации, и все ведомства писали, они есть, эти документы в Генпрокуратуре, что они благодарны, что благодаря нам там, ну, первых пленных вытащили мы, допустим. Мы об этом нигде не говорили. И там, ну, есть такие нюансы, которые мы не говорим, не хвастаемся, не пиаримся. К нам обратились, мы тихонько сделали, пожали руки и сказали, мы пошли. И все. А как уже ведомство нас, так сказать, благодарит там своими ведомчими нагородами. Это уже на, так сказать, на рассмотрение главы ведомства. Ну, у нас есть полный комплект всех ведомств. А Арєв не знав, типу? Нет, я думаю, что, вы знаете, Арєв, я не знаком с этим человеком. Mm-hmm. Я не знаком с Арєвом. Я не знаю, почему он так агрессивно, ну, во-первых, не по-порядочному было там называть некоторые вещи, там, ну, хотя бы там, что я там сепаратист, что я там бандит, что я там имею там нелегальные какие-то шахты, там, он высветил мой личный номер автомобиля, указал адрес, где живу, ну, так, ну, не по-мужски, ну, я не знаю, почему он это сделал, ну, Арєву виднее, конечно, ну, я искренне желаю ему добра, счастья и здоровья. Больше ничего. Так ось, вам вдалося зайти в окуповану адміністрацію. І, наскільки я розумію, ви особисто мали зустріч, чи розмову, чи що там ви мали з офіцерами ГРУ Гіркіним, Стрілковим. Я не знал тогда, что это Гиркин, Стрелков, во-первых. Я, мои земляки сказали, что когда мы зашли на первый этаж, нас тут же окружили там, ну, там люди уже, так сказать, я понимаю, где просто человек с повязкой, якобы он активист, а где военный кадровый. И это самое, и говорят, пройдемте вот в том комнату, вас там ждут, вас с вами хотят поговорить. А нас было всего 3 человека, и мы зашли, и там было еще. Как вас пропустили? Понимаете, мы вернемся к истокам. Я жил в Донецке, я всех знаю, и меня все знают в лицо. И ни у кого не было даже мысли дурной, что я какой-нибудь там шпион и так далее. И действительно, я видел своих земляков, привет, привет. То, что мы не виделись до этого там год-два, это ничего не значит.
Это все был 14-й год. Это все было... Еще не было вот такой четкой, жесткой грани, которая залеплена такой политикой нечистой. Еще не было. Это все было вот... Каждый день что-то новое. Поэтому вот оккупированы уже ОДА, потому что наши ребята сидели в СБУ. Они вот отбили это от СБУ. А через дорогу ОДА. И там были вооруженные люди. А в это время там как раз там брали там от областной МВД, там другие конфликты там происходили. И надо было вот, ну, понимать, что где делается. Вот. И одна из просьб, надо было зайти, глянуть, вода, что, как, где. Действительно ли совпадает информация там, с той, что преподают из других источников. Угу. И мы поговорили, и, так сказать, с этим человеком. Я потом уже понял, ну, потом уже в телевизоре, в интернете я понял, кто это. Если они тогда ходили уже с открытым от оружием в Донецке, я понимаю, что когда оружие на непредохранителе, то, ну, это, ну, профессионал перед тобой стоит, и он контролирует нажатие спускового крючка. Про что вы говорили? А что вы здесь делаете? А кто вы? А что вы? Я говорю, так я местный, я вот с Макеевки, я пришел своих земляков там проведать туда-сюда. А почему вы ходили на тот этаж? Почему вы ходили на тот этаж? А почему вы ходили туда? Ну, земляки мои здесь, так, так и так. А вы упіймали російський акцент? Ви розуміли, що це там офіцер, і він не українець? Смотрите. Донецк – это многонациональный регион, и даже вот здесь, в Киеве, можно отличить акцент полтавчанина от парня из Днепропетровска, там, харьковского парня от киевлянина. А в Донецке ты там все в суржиках чуть-чуть, там, и очень четко понятно, ну, я единственное, по расстановке людей, я понял, что это, ну, не шахтеры. Вот, и когда мне, а мне перед этим, когда мы шли по коридору, мне сказали, это старший здесь, в здании, вот, он, надо с тобой, они нас объявили, что мы там работаем, мы от Киева, что мы там, нет, мы вот, я приехал, вот мой земляк, вот мы вместе, то есть, ну, грубо говоря, нам помогло то, что мы местные, и много местных было вокруг нас, которые сказали, да не, это наше, тут сомнений нет, это все наше. И все. Тогда вот. Яке він враження на вас справив? Очень спокойно. То есть никаких нету там крайних эмоций. Очень спокойно задал пару вопросов, получил пару ответов. Подтвердили со стороны ему, что это так, потому что, ну, и все, и они удалились, и я их больше не видел. Потому что у них был свой этаж, там туда пропуска не было. Это даже был не 11 этаж. На 11 этаже там собирались, там, так сказать, правительство. Вот. А у них там было все свое. Тобто... Справляло враження, що там так основательно? Да, очень основательно. Я вам могу сказать, что дилетантство я там не увидел. З яким відчуттям ви повернулися після побаченого? Ну, во-первых, я, ну, мы вышли, мы там походили, посмотрели, что действительно делается, как люди пьют чай в захваченном здании, да. Мы посмотрели систему там, ну, как сказать, там, какая была принята с их стороны безопасность, вот. И вышли, только позже, потом, уже там, мы даже, то есть даже не на второй день я понял, кто это был. Ну, уже было, ну, не суть важно было уже.
Там были, там каждый день были уже там другие действия. Есть вещи, которые я не могу по сей день сказать, потому что, ну, я был в составе вот этого отряда, и мы там общались там с руководителем, с другим человеком, который очень известный в этой стране, он там тоже был, и там они сами принимали решение, как быть дальше в тот момент, в ту секунду, в ту минуту. Я думаю, что лучше этот вопрос и туда задать, чем мне. Я просто, ну, как сказать, выполнил. Я так розумію, що більше вам не дуже раді в Донецьку. З тих пор я не був в Донецьку. Я навіть, коли у мене мама жила під Іловайськом, і в розгар подій у мене практично три місяці жила в старому підвалі під бомбежками. І я не мог її туди вивезти. А потім приїжджали за моєю матір'ю місцеве МГБ, чтобы взять мать, чтобы я приехал. Потому что для них, у них на сайте, там у них есть сайт свой, и я на них там, если там есть на каждого человека по одной странице, то мне уделили целых две страницы. Так. И связки вы там ни с кем не поддерживаете, там никто там не кажах, ты там такой-сякой сделал таке-то? Ну, сначала были телефонные звонки, то есть, ну, определились, где ты, кто ты, что ты. Определились, типа, ты ж донецкий, ты должен быть здесь. Я живу здесь, я выбрал, то есть я свой выбор сделал. Как бы не было больно, хотя я очень люблю Донецк, я считаю, ну, это прекраснейший город. До войны мы приехали туда с ребятами, мы там встречали День Победы в Донецке, это был 12-й год. И ребята, которые не были в Донецке никогда, они были поражены чистотой, обилием роз, красотой. Вот. Ну, тогда было все вычищено очень красиво. Вот. И сегодня я, вот, как говорится, от момента той фотографии я ни разу не був в Донецьку, мені туди їхати не треба. Ми з вами говорили про те, що там, про короткі ноги, там, ви там знали людей політичної верхівки партії регіонів. Скажіть, будь ласка, чи підтримуєте ви з кимось зв'язки з тих людей, які виїхали в Москву? Ні. Ви знаєте, ну... Жизнь так распорядилась, что мы оказались по разные стороны, что опять я оказался здесь, в Украине, и я живу здесь, и они мне говорят, ну а что ж ты теперь не протестуешь за социальные права, почему ты сейчас не выводишь людей, почему ты сейчас там, ну, давай. Я говорю, нет, сегодня другая страна, сегодня другие у страны задачи, и сегодня первая задача нашей страны, это чтобы она была целая, а не разорванная. Это уже, ну, то есть, это не те задачи, которые ставила наша организация. Мы свою задачу как организация выполнили, мы настолько подняли уровень на тот момент, ветерана-афганца, протестного афганца, сегодня абсолютно стоят другие задачи, и надо, ну, уже за другое бороться. Але чи знаєте ви, як вони там живуть? Ну, чи існує там якийсь план, чи там вони спілкуються? Яка там атмосфера наших, цих ваших колишніх? Спасибо, що не, да, що ви говорите, що не наше. Я так думаю, что любой из них многое бы отдал или ведет переговоры, чтобы отдать, чтобы приехать сюда, в Украину, потому что они там, ну, может быть, гости, ну, может быть, кто-то дорогие гости, вот, но они там никогда не будут своими и так далее. Все равно ихняя земля здесь.
Вы понимаете, всех, ну, я-то, это опять же, это сугубо личное мнение. Они бы хотели все вернуться сюда. Каким образом, каким путем, по какому пути это будет, я не знаю. Мы не общаемся, мы не обсуждаем. Но я думаю, что им там не сладко, ну, то есть, не то, что не сладко, в денежном эквиваленте там все в порядке. Они награбили свой вагон, они на своем голубом вагоне уехали. Да, ну, морально, этически чувствовать себя там, в чужой стране, тем более там свой царь, он там рулит по-своему, он там, и они там, ну, они прекрасно понимают, что они там никто. Ви там про вагон сказали, награбували, мені розповідали. Так говорять, що з частиною грошей, які вони вивезли звідси туди, їм довелося віддати, як говорять, а білети для цих товаришей? Ви знаєте щось про це? Це правду кажуть? Ну, смотрите. Любой нормальный мужчина, когда говорит, он должен доказать. Я свечку не держал, когда там обелечивали или продавали билеты на то, чтобы надо жить в России. Ну, если пользоваться логикой или, так сказать, разговорами, ну, тех людей, которые, ну, я примерно там имею к ним степень доверия, что говорят, тут ваших донецких хорошо обилетели, чтобы они тут чуть-чуть спокойно пожили. То есть это правда? Ну, из логики, выходя из логики, то есть, ну, я, ну вот смотрите, они приехали в чужую страну, ну кто им, там, да, кто им даст там жить спокойно? Да никто. А каким путем их там вот обилетели? Ну, это уже это разные пути. Спонсорство, там, внесение там, в какие-нибудь благотворительные фонды деньги, прямые, там, дайте то, дайте это и так далее. Я знаю, что людей, которые туда уехали, они с удовольствием бы вернулись бы сюда. Потому что там они, ну, может быть, даже не в гостях, они просто временно, так сказать, проживающие. Хотя... Це так дипломатично. Я ще задам одне питання. Невже всіх? Прямо всі заплатили. Ну, я думаю, що із-за там, ну, я, ну, не знаю, там, ну, всіх, не всіх, ну, ну, може би, там, з гаранта, з бывшого, там, не взяли, там, може бути, ще там, з якогось чека. А з других я знаю, що, ну, ну, опять же, я свечку не держав. А все главное в свечке. Я понял. Слушайте, и вот я задам вам запитання прямо, ну просто у вічі. Давайте. От скажіть чесно, ви дуже непроста людина. У вас все в порядку з грошима, у вас все нормально зі зв'язками, у вас є власна армія, я так розумію, там купа зброї. Легальний. Тільки легально, звісно. Чого ви хочете? Чого я хочу? Такий вопрос об'ємістий, да? Ну, во-первых, как бы это было, я ж не політик, я имею право сказать то, что я думаю, правильно? Я не депутат, я не політик, я не этот самый, ну, я хочу мира в стране. Это первое. Это самое главное. И порядка. Потому что там, где порядок, там будет мир. Только не договорного порядка и договорного мира, а натурального, хорошего. Вот это я хочу. Я, ну, имел возможность уехать и жить в другой стране. Вы понимаете, репрессивный аппарат, он один. Их, его не бывает. И он применяется один ко всем. И вы это сами знаете, как журналист. И многие... после применения к ним репрессивного аппарата, они все куда-то уезжают.
Я пытаюсь доказать, что я не виновен. Я пытаюсь доказать, что в моих действиях не было преступления. И я никуда не еду, и я живу здесь. Я надеюсь, все-таки мы будем жить. Вы кажете, была возможность поехать? Есть сейчас, пожалуйста, я могу сесть и уехать. Вот прямо сейчас сесть и уехать. Я не хочу. Я надеюсь, я очень надеюсь, что будут перемены в лучшую сторону, что Украина будет действительно цветущей страной. Угу. Это не пустые слова. Я ж не на Майдане, я никого никуда не призываю. Я говорю свою мысль. Я хочу жить в цветущей і в мирній Україні. Олександр Іванович, я спочатку сказав, що ви дуже особлива та суперечлива людина. Ну, я думаю, це точно. Але ваша розмова і наше інтерв'ю, воно просто неймовірно цікаво було. Дякую вам за щирість, дякую, що ви були чесними з нами сьогодні, відповідали на всі ці прямі запитання. Дякую, що вони вас не лякають. І я не знаю, я сподіваюся, що ми ще раз зробимо таке велике і круте інтерв'ю. Дякую, що зустрілися і знайшли час. Дякую. Дякую. Спасибо большое.